Доброе утро, Юга. Я вам предлагаю поиграть в игру «Хорошо и плохо». То есть в каждой ситуации понаходить как негативную сторону, так и позитивную сторону. Например, мороженое кушать хорошо? Хорошо, потому что ты получишь удовольствие. Мороженое кушать плохо? Да, плохо, потому что может заболеть горло. Если заболеет горло, это хорошо. Можно, например, не ходить в школу или не ходить на любимую работу, поболеть немножечко, отдохнуть от всего. Но когда горло болит, это плохо, потому что неприятные ощущения в теле. И в эту игру вы можете поиграть всей семьей. И давайте подумаем. Самоизоляция, да, то есть кто-то скажет, о, это плохо, это ты сидишь дома, ты устал, видишь только одни и те же лица, нет возможности погулять. Я вам предлагаю найти, что же в этом хорошего, да, то есть я начну этот список, а вы его продолжаете. Что же хорошего в самоизоляции? Например, вы можете посмотреть любимые фильмы. Открыто очень много онлайн-ресурсов, и вы можете сходить в музеи мира, которые вы не посещали, или если вы посещали, то снова вспомните эти произведения. Дальше продолжайте вы вместе со своей семьей. И таким образом вы найдете позитивы не только позитивы в любой ситуации. Не только будете видеть негатив, но и формировать позитивное мышление. Оставайтесь дома, радуйтесь всему, то, что есть у вас вокруг. И подключайте к этому всю семью. До свидания. Доброе утро.